Спасибо. Я вообще-то ей. Она спасает тебя. Ты знаешь, что она жива. Кого еще надо убить, чтобы быть в курсе? Никого. Я обещала дать ответ, и я сдержу слово. Я думаю, ты помнишь Африку и ту ситуацию, в которой мы с Рейвен там оказались. Логан, выдвигайся по координатам. Рейд, не церемонься с мисс Даркхолм. Сэр? Операция под угрозой. Убей ее. Лейтенант? Две пули в грудь, сэр. Объект мертв. Я мог бы убить врага, но чтобы так, нет. Мужчины с убеждениями так сексуальны. Африка стала началом конца. Я ушел через пару месяцев, не захотел собирать мутантов. Собирать? Зачем? Я не так долго там пробыл, чтобы выяснить это. Крит был единственным, кто не задумывался. Да, ему это даже нравилось. Вот ублюдок. Куда отправляли мутантов? На озеро Алкали, сюда, и еще на какой-то остров. Там я наверняка найду Крида. Норд как-то упоминал некий остров. Знаете что-нибудь? Не, но Дюкс может знать. Он дружил с Нордом. Тогда чего же мы ждем? Нанесем Дюксу визит. Если доберемся до крыши, сможем улететь на вертолете. Я могу телепортироваться туда с Рейвен, но тебе придется добираться самому, Логан. Не перетрудись. Логан, вы с Рейтом можете отправляться за Кридом, но ты должен рассказать мне об озере. Я бы хотела наведаться туда. Хорошо. Будьте осторожны, мисс Даркхолм. Все-таки вы носите в себе моего сына. Увидимся наверху. Как тебе имя Курт? Ты здесь? Слышу тебя, Логан. Мы ждем на крыше в вертолете. За мной гонится что-то очень большое и сердитое. Вам с Рейвен надо уходить. А как же ты? Я выпутаюсь. А теперь проваливайте. Понял. Удачи, приятель. Спасибо. Она мне пригодится.
свежее мясо. Да, у тебя серьезный неприятный. Пока еще пишет.